Друзья мои, приветствую вас у себя на канале. Сейчас мы заехали в RV-парк. Этот RV-парк расположен гораздо дальше, чем в которых мы до этого были. Называется Woodson Bridge RV-парк. Если вот кто знает город Чика, вот за городом Чика. Мы в этом городе Чика не были, мы просто проехали мимо и поехали к этому. You found office? Yeah, I'll go inside. Okay. I'll be legal. Probably this office, yeah. RV-парк. Чё-то я не знаю. Заходит в офис. А, ну вот тут река. Река-то хорошая. Река хорошая. Слушайте, ну, кроме реки-то я ничего хорошего не вижу, не знаю. Не знаю. Что-то у меня. Ай, давайте прогуляемся чуть-чуть. Не знаю, что-то у меня вот душа не лежит, и все, я ничего не могу поделать. Не знаю, ребята, что-то же и... Ах, какую сейчас информацию мой вынесет. Я там вот один RV не записала. Называется Dringle USA, что-то так называется. Там есть клуб, это не бейсбольно, а вот это вот играть-то, господи, гольф-клуб. Ну, там вот, в этом гольф-клубе, как-то, вот моему мужу там больше не понравилось, а мне там больше понравилось, чем здесь. Я вот не могу ничего сделать с собой. И там цена такая шикарная, 550. Даже не в цене дело, мне там нравится. Вот. Это далеко от города тоже, вот как сейчас здесь далеко от города, но там нету реки. Там есть гольф-клуб, и там никого нету, там маленький городок, прям совсем малюхонький городок, называется Палермо. Палермо в Италии, это Палермо, это там что-то суперское, но здесь он такой там простецкое, но мне там понравилось. Здесь, я не знаю, кроме реки мне ничего не нравится. Не знаю сейчас, что он мне скажет.
Все, ребята, я с вами прощаюсь. Что-то у меня вообще настроение упало. Мы ехали так долго. И черти куда приехали. Всех люблю, целую. Пока-пока.